Всем доброе утро. Сейчас будет вручение подарков. Заходите! Нет, ты еще не посмотрела. Это тебе от бабушки Саши. Это тебе от меня, от папы. Вот эти пакеты. А это от бабушки Саши. Что это такое, блядь? Форма? Тут еще вон доставай, дальше. Спасибо. Это с ней будешь разговаривать, не хочешь. Да? А что она мне отвечать не будет? Будет отвечать. Это просто игрушка, как ты решила? Да. Логично. Это плед. Со спанчбобом. Большой. Круто. Яркий, красивый. Вот водочку доставай, давай, поеду, чего? Что это такое? Это что такое? Открывай. Пакетик. Что это такое? Прям читать, Йова, что это такое? Набор блогера. Вот. Мама, смотри, что это такое. Мне вообще тоже интересно, что там. Положили. Короче, это знаешь что? Это японские сладости. Это прям с Японией не попадешь, да? С Японией? Да, да, видишь, тут разные вкусы. Круто. Ты хотела лапшу японскую, но я решила тебе взять японскую. Сладости лучше. Спасибо. Пожалуйста. А тут что вообще будет? А ты такую хотела? Что? Давно уже. 8 лет. Лампу? Да, в 2023 году еще. Так, ну все. Теперь нужно убираться, потому что придут друзья твои.
после танцев. Угу. Форму решили померить. Повернись, покрутись. Кайф. Угу. Процесс пошел. Вот это будет фотозона. Еще не все шары надуты. Я уже устала их надувать, связывать, лепить. Но ничего. Потом отдохнем. Так, ну что. Вот такая вот фотозона получилась. Осталось накрыть, убрать здесь все. Стол накрыть надо. Это не основной стол. И ждем именинницу с гостями. Вот такой стол будет. Еще приедет пицца. Пицца. Вот так все вместе. Пицца, пицца, пицца. Повернись, покрутись, Полин. Загадывай желание и задувай свечку. Вот свечка, загадывай желание этот, и это, задувай. Ура!